Так. О, понятно. Очередной псевдоинтеллектуальный ролик с культурной ценностью видоса Влада Бумаги. Заткнись! Пожалуй, сразу стоит сказать, что создание данного ролика было абсолютно кошмарным. Из всех моих видосов конкретно этот пока что самый хаотичный. Началось все с самого безобидного. Я чекал имеющиеся у меня игры в Гоге и наткнулся на квест по вселенной Лавкрафта. Я чекнул насчет игры разные видосики, инфу с Вики, отзывы и подумал, что видос по этой игре имеет все шансы быть интересным, успешным. А когда я прочитал, что основной материал для игры был взят из рассказов «Ужас Данвича» и «Тени над Инсмутом», то воодушевился вдвойне. По плану я хотел разобрать оба рассказа, рассказать вам про них, а затем вместе с вами рассмотреть саму игру и как ей удалось все это совместить. Перед прохождением самой игры я начал читать рассказы и сразу же писать по ним свой краткий пересказ с анализом и шутками-прибаутками. На это у меня ушло пару дней, очень продуктивных дней, которые я провел с удовольствием. Следом же я принялся за саму игру и... ох... все написанное про рассказы пришлось вырвать из текста и оставить для отдельных роликов. В данном же видео в них смысла нет. Оказалось, что инфа про вдохновение рассказами не более чем вранье, дезинформация. Именно на этом месте мне и стоило закончить что-либо делать по данной игре и приняться за что-нибудь иное, но я это не сделал. Я слудоманил, посчитав, что уже потратил некоторые силы на создание ролика, и поэтому просто так дело бросать не стоит. Это была моя вторая ошибка. Данный ролик будет одним из самых противоречивых. Я до сих пор не понимаю, что произошло. Возможно, действительно, стоило просто остановиться. Your luck's running out, Parker. The great ancients will reign once more. Only you won't be there to see it. Привет, мои адекватные и абсолютно разумные, типичные жители Данвича. С вами я, ваш верный друг, горчичный Чики-Брик. Хорошо сказали. Это Говард Лавкрафт, человек, который, будучи изрядно читающим юнцом, хапанул говнеца от своих шизоидных родителей в лице бати, ехидно залетевшего в дурку, и мамаши, которая на фоне папаши тоже решила заиметь дырявый чердак. Сам же Говард по итогу жизни оказался талантливым писателем и не менее одаренным расистом слэш-ксенофобом, который, видимо, из максимальной иронии решил жениться на еврейской украинке Сони Грин. Следом он пожелал развестись с ней, тем самым вызвав слухи о его гомосексуальности. Благо Сони развеяла эти слухи, заявив, что Говард тот еще сексуальный террорист. Финальным пиком его карьеры оказался его 46-й год жизни, ибо в этот год Лавкрафт твердо решил откинуть копыта от рака кишечника из-за отвратительного питания актуальными на то время супами из банки и сырными крекерами. Не особо удивительно, что спустя некоторое время этот человек стал кумиром множества юных и не очень шизоидов. Космические ужасы, истории людей, увидевших нечто настолько ужасное, что сошли с ума, морские чудовища, тихие поселения и царствующие в них секты. Эти и многие другие истории именно после смерти автора заработали внезапнейшую мега-мега популярность. Самое же важное то, что творчество этого человека оказало и оказывает влияние на массовую культуру и по сей день. Книги, фильмы, музыка и самое главное для нас с вами игры. Bloodborne, Darkest Dungeon, Dead Space, Half-Life, Ведьмак. Но интересовать нас сегодня будут игры. Не эти и даже не эти две игры. Нет. Сегодня мы с вами рассмотрим самую первую видеоигру, вышедшую под маркой «Зов Ктулху». Но перед этим... разрешите представить игровое кресло Zone 51 Cyberpunk! Zone 51 — это молодой, но опытный российский бренд компьютерной мебели и периферии, которые собираются взбодрить, склыхнуть весь застоявшийся геймерский рынок своей убер-продукцией, превосходящей своих вялых конкурентов во всем. Конкретно я на данный момент обладаю вот таким замечательным креслом премиум-качества. Конечно, сейчас я могу вам рассказать про всякие разные расцветки, дизайн, вдохновленный киберпанками, но нет. Лучше я вам проведаю про замечательное строение кресла, которое, в отличие от многих других кресел иных компаний, состоит не из чуханского поролона, а из качественной пены холодного отвердевания. Вот оно чё. Поэтому сколько в нем не сидишь жаркими летними вечерами с своей пятой точкой, с креслом ничего страшного не случится. О да, сядь на меня. Плюс ко всему, кресло оснащено мощными механизмами регулирования. Подстраивай под себя кресло как тебе удобно. Не стесняйся все щелкать, крутить, вертеть, да хоть плавно засыпай под ламповый сирик. К
кресло от Zone 51 – это максимально верный выбор для любого уважающего себя и свое здоровье человека. Плюс по моему промокоду можно получить скидосики, агамс! Zone 51! Переходи по ссылке в описании под роликом и становись обладателем премиум-кресла по справедливой цене! Пожалуй, лучше всего стоит начать с того, что очень много известных нам с вами игр по вселенной Лавкрафта не были в прямом смысле основаны на самих рассказах, нет. В большинстве своем они были привязаны к настольной серии Зов Ктулху, впервые вышедшей в 1981 году под изданием компании Хаузиум, которая на самом-то деле никак толком не связана с самим рассказом Зов Ктулху. И это, кстати, умный ход, ибо у самих рассказов нет определенного главного героя, который подобно нитке шивал бы эти рассказы воедино. А Ктулху, как один из самых известных символов вселенной, на роль подошел бы идеально. Далее под этим брендом начинают выходить игры, но при всем при этом они не являются адаптацией тех или иных настолок. То есть это просто игры по вселенной Лавкрафта, не привязанные к чему-либо вообще. Чаще всего разрабы просто вырывают из вселенной автора те или иные явления, имена богов, названия поселений или же артефактов, как тот же Некрономикон или Дагон. Те же темные уголки Земли, по сути, никогда не являлись полноценной адаптацией тени над Инсмотом и лишь рассказывают события, которые идут параллельно с сюжетом рассказа в перемешку с приколами из других сюжетов. С тем же успехом те же CD Projekt могли бы выпускать рандомные спин-оффы, например, «Меньшее зло. Дяды Элизиум». Главная мысль, которую я сейчас пытаюсь донести, это то, что никто должным образом так ни разу не адаптировал какое-либо произведение Лавкрафта. Это странно. Очень странно. Есть множество рассказов, из которых можно было бы сделать просто потрясающие игры. Из тех же Хребтов Безумия получился бы отличный безоружный ужастик типа Амнезии. А из Тени над Инсмутом можно было бы сделать прекраснейшую интерактивную адвенчуру, как те, что делают Telltale Games. Но в итоге мы имеем, что имеем. А имеем мы Зов Ктулху Тень Кометы. От студии Infogrames 1993 года выпуска. Чем больше я изучал материал по данной игре, тем больше забавных фактов я для себя обнаружил. Во-первых, это далеко не первая игра по вселенной Лавкрафта, ибо до этого выходило два достаточно странных текстовых квеста, которые некоторые называют самыми-самыми первыми играми по Лавкрафту, однако, к огромному сожалению, они не особо сильно запомнились, потому что... кто-нибудь из вас еще слышал про какие-нибудь текстовые квесты? Вот и я о том же. Во-вторых, как оказалось, Infogrames ранее уже пытались выпустить игру под брендом Зов Ктулху, но Хаозиум на тот момент отказали им в лицензии. Так вышло «Один во тьме». Игра, в которой от Лавкрафта не так много, как хотелось бы. Неловкое заигрывание с некоторыми терминами, да надпись на обложке, что игра вдохновлена тем самым писателем, хотя надпись на самом деле истины абсолютно не содержит, ибо игра также основывается на произведениях Эдгара По. Видимо, разрабы таким образом хотели хайпануть, и у них получилось на 500 тысяч копий. Но что насчет игры Тень Комет? Где бы я ни читал про игру, везде пишут, что она вдохновлена конкретными произведениями Говарда, именно рассказами Тень над Инсмутом и уже с Данвича. Само собой, на деле это казалось правдой на процентов 5 или даже меньше. Как это часто бывает, за основу взяли лишь термины, явления, имена, атмосферу, иногда цитаты, и попытались все это обмазать своим собственным сюжетом. Это не экранизация. И результат вышел настолько неоднозначным, что я просто не могу молчать. Игру, кстати, я приобрел в сервисе GOG. Идет сразу со вшитым досбоксовским эмулятором, и если вы вдруг захотите сами пройти, то внизу в описании будет на нее ссылка. Что ж, поехали. Сама игра начинается с подготовки нас к чему-то жуткому. Падающая комета Галлея, щупальца чудовища подводного и жуткий колдун, творящий кощунственные ритуалы. Я делаю установку майнером на отвал писюна. Мистер Паркер, your comet story has a great deal of promise. Tell me, 76 years after the Bullerskin business, you really think...
это Джон Паркер, британский фотограф, который на данный момент занят тем, что уговаривает своего босса пустить его в некий городок, дабы расследовать дело о комете Галлея, который раз в какой-то период пролетает недалеко от Земли. Эта комета, кстати, реальна. А заодно Паркер хочет расследовать дело некого лорда Болескина, который тоже пытался исследовать эту комету. Правда, по итогу он вместо этого случайным образом стал свидетелем странных событий и сошел с ума. Hold tight, Crawford. They're coming. I can smell them. По итогу Челик попал в психушку. Привет, мой дорогой друг, это я, Камикадзе Ди. Я съел свою мать! Ты съешь свою мать! I'll be there with three nights to spare before Halley's comet passes. I've already arranged to stay with a local doctor, a fellow called Cobble. Джон Паркер на данный момент имеет на руках записки и рисунки этого лорда, а потому уверен, что если он отправится в то самое поселение, где все и случилось, то он сможет стать свидетелем этой самой кометы, накатать замечательную статью и заодно сделать прекрасные снимки данного явления. Well, I'm willing to take a chance. I just hope this is worth it. Mr. Griffith, your readers are going to love you. Bring me back some sensational photographs. I want hard evidence of everything you say. I cannot afford to print crackpot ideas. Это было самое что ни на есть настоящее лавкрафтовское вступление. Конечно же, тут не было рассказа про каких-нибудь деревенских дегенератов, но по самому духу и манере повествования это очень даже-даже. Городской деятель ума прослыхивает о каких-то стрёмных слухах и выдвигается на приключение в сомнительную жопу бытия. Это Лавкрафт, самый типичный. Тем временем, наконец-то, игра передает управление в наши руки. А теперь вопрос. Сколько понадобилось разрабам времени, начиная с этого момента, чтобы все испортить? Ответ. Меньше пары секунд. Следом нам показывают, как герой оказывается на месте в том самом знаменитом городе из рассказа «Тень над Инсмутом». Илсмут! Илсмут? Ага, Илсмут. Такой же знаменитый город, как Барон Дерон из Варкрафта, Карт Бланштаун из DS1 и Раптор из Биошока. Да, насколько я понял, разрабы решили немного поменять название, то ли из-за проблем с правами, то ли потому что изобразить город по масштабам Инсмута у них банально не получилось, и не получилось бы. Просто закройте глаза и представьте себе. Представьте себе некогда великий портовый город с множеством районов, заводов. То и дело встречаются брошенные машины, пустые здания, но сам город жив. По нему ходят уродливые местные жители с выпученными злыми глазами. Со стороны воды подул ветер, хотя бы немного разогнавший вонь города. Какой образ представился вашим разумом? Ну, разумеется, мелкая деревня на несколько рощ в духе старого дикого запада. Howdy, partner! Это, кстати, и подтверждает Паркер, назвав Илсмут деревней. What a lovely morning. This village seems most welcoming. Чё-то ты слишком довольный для гостя заброшенного Урюпинска. Паркер встречается с доктором Коблом. Чилищем в компании локального мэра Эндрю Арлингтона. Мистер Паркер, I presume? Доктор Коббл? Delighted to make your acquaintance. Allow me to introduce you to Andrew Arlington, the mayor of our little community. Very happy to meet you. Thank you, sir. I'm very glad to meet you. There's no time to lose, Mr. Parker. We'd best be on our way. The sales brothers have delivered your luggage. Паркера доставляют до хаты, где он с вполне ламповым комфортом будет обитать ближайшие 3 дня. I reserved the big room on the first floor for you. Tell me if you need anything. Доктор, а можете объяснить, почему меня вечно тянет играть в игры, где главный герой попадает в какой-то стрёмный городишко? Теперь же Паркеру необходимо заняться делами. Для начала ему надо бы раздобыть себе фотопластинки, да, раньше юзали их, а не пленку The Morning On, которые доставщики так и не смогли достать для нашего героя. Отлично! Это шикарнейший повод выйти наружу и наконец-то досконально оценить местные красоты Илсмута. Видимо, назван в честь болезни венерической. Изначально я подозревал, что нашего бедолагу будет окружать атмосфера паранойи.
надвигающегося ужаса, а местные жители лишь будут подливать масло в огонь своим поведением и подозрительными взглядами. Но на удивление все оказалось совсем иначе. Город хоть и маленький, но ламповый, уютный, а жители являются обычными жителями. Remember, Gloria, always keep your head up high. Good day to you, ladies. Good day, mister. Gloria, a nod of the head would have been quite enough. Good day to you, young man. Это точно Лавкрафт, а не какие-нибудь сваты! Сам же Паркер только и делает, что ходит вокруг, да с огромнейшим удивлением поражается буквально всему. A fine piece of work. Signed Heartwood. Quite a splendid house. This Dr. Cobble must make a good living. A. Arlington. Well, the mayor has a fine house. What a fine town hall. Illsmouth seems to be a wealthy little town. Dr. Cobble has good taste, I must say. Dead Horse Inn. Now there's a jolly name for you. И там мне кажется, что он ходит по городу вот так. Что ж, игра достаточно быстро из лавкрафтского квеста превратилась в некую техасскую легенду о Кирандии. Надеюсь, что яблок тут не будет. Кстати, заодно подмечу, что графон тут пойдет. Проглянешь на какой-нибудь дом или пейзаж и прям на душе тепленько. Хотя с цветами можно было бы и получше поработать. Я просто напомню, что та же вторая Кирандия вышла в том же году, и это при том, что на Кирандию особо денег не выделяли. Be with you right away, sir. No problem, Mr. Hambleton. I'll be delivered tonight. Oh, I spoke to Miss Gilchrist. She got your package. Какой странный подозрительный тип в одеянии сатанинском. Уверен, что он всего лишь самый обычный хико без личной жизни, а хромает он по причине очередного перефапа на рандомную куртизанку с OnlyFans. Дебил. I'd like some photosensitive plates, please. Well, just hold on a few seconds while I check to see if I have any. You're a lucky man! Well, they do say if anybody sells it, Meyer does. Got two boxes left. Этот милый человек находит пару упаковок фотокарточек, но предупреждает, что они убер-олдовые, а потому не факт, что изображение будет Full HD. Поэтому торгаш предлагает Паркеру заранее сгонять ночью на нужное место и сделать пару-тройку фоток ночного неба. В случае чего он вернет деньги, особенно если качество фоток будет прямо как в Сиоме. Я, кстати, тоже фотограф. Фотографируя себя, выкладываю в Инстаграм, можете даже подписаться на меня. Ага. Следующим делом Паркер начинает подробно изучать записки лорда Бисквита, как я его называю, в которых говорится, что лорду в ту роковую для его разума ночь помогал некий местный мальчишка. По подсчетам фотографа данной личности должно быть уже достаточно много лет, но при этом он может быть жив. Надо бы его найти, да устроить допрос с пристрастием. За этим делом наш фотографило является в локальную мэрию, чтобы чекнуть городские архивы, где продолжает даваться диву. In any case, this entrance is rather charming. Паркер, ты можешь не восхищаться хотя бы 5 минут, а? What a splendid hallway. Ой, да боже! В самих же архивов происходит знакомство с важным человеком по имени мистер Джак, чья озвучка странным образом дополнила атмосферу игры. There you are at last, Mr. Parker. I've been expecting you. Oh, don't be surprised. Passing scientists invariably pay me a short visit. Of course, they're a rare breed around here now. Not like in the old days. But you don't want to hear all that. Allow me to introduce myself. Tobias Jug, keeper of the archives and records, at your service. Локальная озвучка, по моему мнению, чудесна и прекрасно добавляет шарма. Раньше к озвучке относились иначе. Актеры старались озвучивать так, будто они озвучивают аудиокнигу или же радиоспектакль. Была театральная капелька жизни. Хотя тут же стоит подметить огромнейший минус данной игре. Дело в том, что изначально игра выходила на дискетах без какой-либо озвучки. Лишь позже игра вышла на сидюках, где к ним прикрутили озвучку, и это сделано было максимально криво, ибо между диалогами и субтитрами огромнейший рассинхрон. Tuesday, February 12th. I at last found a young villager willing to guide me through the forest for payment. Wednesday, February 13th. Good God, what a sight to see. The stars seemed a rifle shot away. This place must be a window to some other dimension. This evening I will take my material. Thursday, February 14th. Буду честен. Мне достаточно сложно воспринимать озвучку на слух, поэтому очень часто я привязан к субтитрам, особенно если персонажи говорят с лютым акцентом. Mumble.
Right. Тут же еще качество звука далеко не лучшее, так что вообще борода! Но при всем при этом, локальная актерская игра тащит, ну хоть какой-то плюс. I'd like to consult the birth register. So, your interests are not limited to the stars. I hope I may be able to quench part of your thirst for knowledge. But remember, there are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. Now, who the devil wrote that? Shakespeare. Excellent! So, Mr. Parker, you like to read. Books are my passion, Mr. Parker. My most precious companions. Silent, discreet, sometimes filled with mystery. I must let you get on with your work. Исследование бумаг показало, что с тех давних времен живы аж 3 алда, заставших, как я еще на Good Game Stronghold стримил. Satisfied? Сам же Архивариус оказался достаточно приятным типом и пригласил как-нибудь зайти к нему на культурное распитие Балтики крепкой. Следом же случилось вот что. Так уж вышло, что я совершенно случайно наткнулся на нужного человека из этих троих. Такие случаи, пожалуй, редкость. Изначально я должен был поискать и расспросить других людей, но, в принципе, тоже неплохо. Какая дранная лачуга. Блин, надеюсь, что хотя бы эту халупу Паркер не будет посыпать комплиментами. Beams are covered in spiderwebs. This place is filthy. Да отвратительного прекрасно! Mr. Hambleton? Curtis Hambleton? 76 years ago, a British scientist, Lord Boleskin. Don't mention that name to me. Bad luck and trouble. I led him around for 3 nights. I carried the torch, the rifle, and I saw the thing. What thing? Этот свидетель ужасного сообщает, что все случившееся вертел на своих причиндалах. Конечно, главный герой узнает, что тот водил лорда какому-то кресту, но насчет всего остального чудило решает не говорить, ибо это все полная маргариновая чепушня. Later on, I refused to go with my father to pray to the stones, so my father threw me out. My brother Wilbur cursed me, and now I live in squalid conditions. Ты еще скажи, что в скотстве твоей семьи виноваты космические рыбные боги, а не типичное мышление деревенских вырожденцев. Ну да ладно, по крайней мере игра хоть немного становится жуткой. Я все боялся, что рано или поздно игра скатится в типичный квестовый цирк с конями. Благо пока что... Go on, find somewhere else to mess up. Знаете, похоже, сейчас у меня и у Паркера буквально одни и те же мысли в голове. Боже, какие бизарные цыгане! Нет, не эти! Мистер Арлингтон, мэр, told me about you. Welcome to Illsmouth. I'm Sergeant Baggs from the local police. I'm looking for a cavalry in the forest. Maybe you should try the cemetery. We call it the dead center of town. You get it? Товарищ милицейский отбросил шутки в сторону и посоветовал фотографу одному по лесу в поисках креста не ходить. Лучше всего будет нанять какого-нибудь местного алкоголика в роли гида. Следом Паркер выступает в роли адвоката дьявола и пытается отбить цыгана в неравной словесной борьбе. They're gypsies, Mr. Parker. Ух, сука, топит не жалеет. В итоге мент прогоняет Паркера, а потом и цыган. Расстроенный таким ходом жизни, наш герой гуляет по городу дальше и натыкается на хату того самого Архивариуса. These butterflies really are magnificent. Я начинаю думать, что Паркер просто торчок. О, какие классные мягкие бархатистые бабочки. Хочу засунуть их себе в очко. Mr. Jug? Later, Mr. Parker. It's too early for the moment. Ну и зачем я тогда сюда приперся? Ох, ныне случается кое-что интересное, о чем я молчать не могу. Паркеру сейчас нужно решить головоломку с карты лорда Шизоида, а мне необходимо прогрызться через локальное управление, немного отличающееся от того, к чему я привык. В той же Керандии, да и вообще во всех квестах, в которые я играл, управление было простым. Кликнул, пошел, нажал на кнопку действия, совершил действие. Тут же все сделано немного сикость-сракость.
Очень многие игры того времени использовали управление методом «жми мышку и веди в нужную тебе сторону». Либо же просто юзай стрелочки на клавиатуре. Какой-нибудь ультимейт еще, может быть, и было в тему. Нет, на самом деле не было, там это тоже был кошмар. И в данной игре это не исключение. Тут типаж управления буквально один из худших. Сами кнопки действия тоже работают странно. Точнее, не странно, а просто плохо. Вместо того, чтобы навести мышку на предмет и тем самым предмет подобрать, надо подойти к предмету, добиться того, чтобы у партнера предмета случился визуальный контакт, и лишь затем нажать кнопку подбора. Весьма через сраку, да? Да, но дальше еще хуже, ведь с кнопкой «посмотреть» дела стоят еще хуже, ибо в данном случае между фотопукичем и предметом визуального контакта уже нет, и поэтому буквально приходится обходить всю комнату или какое-нибудь место, дожать кнопку, пока не случится чудо, господи боже мой! Ну а теперь к самой головоломке. На данный момент у нас на руках рисунок лорда, и в нем типа зарыта какая-то загадка. Сам рисунок мы никак использовать не можем, и что с ним делать, не совсем понятно. А делать нужно вот что. Надо из шкафчика достать вату и спирт, а затем использовать их вместе. Однако далее я пытаюсь совместить данный предмет с рисунком, но ничего не происходит, а герой ничего не говорит. Ну скажи, где я не прав, дай мне подсказку, скажи то, что я дебил, и эти предметы не сочетаются, или их надо сочетать по-другому. Useless. Почему? Почему? Надо подойти к данному столу и использовать на нем рисунок, дабы Паркер его положил. И лишь затем использовать вату со спиртом, дабы оттереть бумагу от рисунка, подобно Савельев оттер свои шорты. А дальше еще лучше и еще смешнее в раза два. Смейтесь, надо мной смейтесь, я вам разрешаю. Суть-то такова, что на данной карте находится точка, где находится тот самый крест, которому нам нужно. Однако я совершенно честно говорю, что вообще без понятия, как на этой карте можно ориентироваться, даже если знать, какая точка нам нужна. Это просто звездная, блин, или островная карта из Ризона 2, я хз. При этом по игре нам попадется пара подсказок, которые абсолютно точно противоречат себе. Тут нам говорят про Сёрчера, ага, ладно, значит его, да? Тут надо нажать, отметить крестиком, нет? А тут нам говорят про северо-восточного зверя, так, значит точно тут? А что за 8 звезд? Мне типа надо какие-то точки считать, или это координаты? Подождите. А тут уже у нас как раз зверь написан. Подождите, но... А тут в дневнике лорд пишет про октопуса и сталкера. Ой, ня! Самое обидное, что даже вне зависимости от правильности решения, никакого знака, указывающего на верность догадки, нет. Вы просто рандомно ставите крестик и надеетесь, что вы поступили правильно. Конечно, далее. Далее по сюжету будет чел, который скажет, правы мы или нет. Но если вы не правы, то вам придется идти обратно домой. И также наугад ставить точку. И так пока чел не скажет «молодис». Поэтому спустя часа три головоломки я просто взял да загуглил верное решение, ровно как и все остальные ютуберы, что проходят игру. Тупо сидят без вебки и читают по телефону, как проходить. Мы сами догадались, это же так легко. Не врите людям! Ладно, надеюсь, что таких моментов больше не будет. Да? Такого же ведь больше не будет? Теперь же Паркеру нужно найти гида, который проведет его по лесам. Господин врач советует обратиться к смотрителю маяка Нейтану Тайлеру, который, по мнению некоторых, бандит и сволочь. Is that Nathan Tyler? No, that's Thomas Bishop, a fisherman. Lives in the house in the harbor. First one you see when you arrive. Is there something I can tell you? No, or rather, yes. I'm looking for Nathan Tyler. He'll soon be here. You want to visit the lighthouse? No. Are you familiar with the forest around Ilsmouth? So-so? Why? I want to go there tonight. I see. You must be the astronomer. I don't think you'll find anyone to take you. I was told that Tyler... It's none of my business, but... you want to be careful of him. И оно неудивительно, ведь похож Нейтан Тайлер на Джека Николсона. I'm told you know the forest well. Shall we have a seat? You want to do some hunting, maybe? Get yourself a plump hare or a duck? Not quite, no. Actually, I need a guide for tonight. I want to go to the Calvary in the forest. Кстати, да, внешность многих персонажей взяли с реальных актеров, правда, эти актеры вряд ли об этом вообще слышали. Хотя лучше бы для гида внешность писали с Кубриком. Уж тот доводить умеет, Дувал подтвердит. Нейтан в разговоре с Паркером торгуется Акибок и требует аж 20 баксов ровно. До тех пор, пока Паркер не называет свое имя. Why didn't you say so? I'll take you there for nothing. Наученный жизненным опытом отвечу, что такой внезапной щедрости стоит опасаться. Сомневаюсь, что он давний фанат паркеровских писулек. Благо, этот договор с дьяволом прерывают тинейджеры, которые мутузят местного ботана. Обед, Бен,
Stop that. Leave Webster alone. Fleep, flop, flooba dooba blop, a flooba dooba beep, oh flop. Stay out of this, Bishop. I've been wanting to get me a Webster for quite a while now. Совершенно неожиданно данная ситуация раскрывает нашего фотографа с совершенно другой стороны, ибо он хватает лежащую рядом биту и ломает хулиганам рожи. You'll be sorry, won't he, Ben? Yeah, we'll get you. Then you'll be really sorry. Thank you, sir. Спасенного ребятенку отводим до аптеки, где его подлатывают, а Паркер заводит знакомство с работниками фармленда. Father, quick, somebody's hurt. Ныне же игра идет пока что по маслу. Аптекарь оказался фотографилой и предложил в будущем юзать его мастерскую, а парнишка спасенный согласился эту ночью на халяву стать нашим гидом лесным. Неожиданно, но пока что игра идет в целом неплохо. И хоть ее не назовешь игрой по Лавкрафту, если же в будущем не будет более имбецильных квестов, то я в принципе буду доволен. Теперь, по сути, начинается нечто немного знакомое для меня. Первый день в игре проходит, наступает ночь, а наш герой чапает на приключения. Походу, урожайск меня будет теперь преследовать везде. Let's see what you brought. Okay, we have everything we need. I know this place very well. Let's go, I'll carry the tripod. Какой любезный молодой человек. Именно он находит тайную тропу, но совершенно внезапно боится шуршащих кустов и быстро убегает с пропёрженной сракой домой. The bush! There! That bush! It moved, didn't you see it? Don't be afraid. Stay with me. I brought you this far, but this is as far as I can go. I have to get home. I'll pay you. I'm sorry, Mr. Parker. Good luck. А еще он захватил с собой нашу треногу, и поэтому фотографирование ночного неба рядом с прекрасным распятием обернулось очередным выпуском «Очумелые ручки». Вот же раньше суровые были фотографы. Собрать треногу из палок и лозы — это, конечно, сильно. Fine. I'll be able to take some photos. Пробные фотографии ночного неба щелкаются, а потом... Паркер совершенно внезапно следит за котиком милым и обнаруживает сектантский обряд тайный та-да-да-да-да-да-дан! Фонгли, миллионов, Катулу Райли... Behold! Look up there! We are being observed! Вообще, если не успеть заныкаться, а то, что заныкаться можно, конечно же, не очевидно, то вас обнаружат и сожгут до корочки! Я теперь сухарик, чесночный кириешек. Poor Parker, so young, and already in the next world. Но если вы разумист или же разработчик игры, который все знает, то Паркер станет свидетелем чего-то ужасного. Теперь, пока есть такая возможность, обращаем внимание на членов секты. Смотритель маяка с рожей Джека Николсона, хулиганы, мэр, местный сумасшедший дед, индиец и Хика в балахоне. Забавный факт. Очень часто в рассказах Лавкрафта культисты имеют традицию закатывать совместные прелюбодеяния. Я среди них женщин не вижу. Геи, сектанты, ту-ту-ту-ту-ту-ту, Ктулху поклоняются. Ту-ду-ту-ту-ту. Паркер уже в руки абсолютно странным образом попадает какая-то записка. Героя обнаруживает индиец-сатанист и начинает грозить. Паркер! You have signed your own death warrant. I, Narakamos, tell you that in two nights Cthulhu will reign once more. Паркер с обосранными портками уносит оттуда ноги. Фонглуи! Миллионов! Катулу Райла, Вонгля Нале Фатанг. Лишь оказавшись рядом с домом, фотограф теряет сознание от ужаса. Первый день в Уилсмуте оканчивается обосранной попой Паркера. Начинается утро второго дня, благо с Паркером все хорошо. Его нашел товарищ доктор и оказал всю необходимую медицинскую помощь. Правда, по его заявлению, у фотографа на данный момент с сердцем случился опасный кизяк момент, из-за чего ему ныне надо бы быть осторожнее и пить таблеточки. Хотя более антуражно было бы, если бы доктор прописал ему пилюли с кокаином, ректальные. Доктор, there's something I must tell you. I was chased by an Indian. An Indian? Apart from Natawanga, who hides out in the forest, I don't see who it could be.
I'm not joking, Doctor. That's what I was afraid of. I'm not a psychiatrist, you know. What you need is rest. Теперь еще Паркеру необходимо двинуться к аптеке, где он заберет для себя таблетки, и где он также сможет проявить фотокарточки в мастерской аптекаря. И конкретно вот тут началось оно. Да, ребят, все. Отныне мы с вами перестаем хотя бы как-то восхищаться игрой. Я вам говорю это серьезно, и говорю не про сюжет, ибо он, конечно же, замечательный. Нет! Начинается самый настоящий квестовый ад, к которому лично я не был готов вообще. Сейчас нам требуется набрать химикатов и с их помощью проявить фотографии, да закрепить изображение. Однако на деле оказывается, что данный процесс — это буквально пробный пересчет комбинаций разных химикатов без каких-либо подсказок, что и как делать. И при этом фотокарточки не портятся от химикатов. Мы можем повторять этот процесс сколько угодно. Поначалу я в это и не поверил и подумал, что скорее всего нам нужно походить по городу, поговорить с людьми. Но стоило Паркеру куда-нибудь идти, как у него внезапно отказывало сердце и он умирал. My heart. Poor Parker. Вы, конечно, сейчас можете подумать, блин, какой ужасный геймдизайн, неужели разработчики реально решили, что игрок будет стоять и миксовать 1000 с лишним комбинаций? И тут опять же нет. Ибо у данного поступка была логика. Очень извращенная, больная логика. Логика, доводящая до бесконечного космического ужаса. Дело в том, что разрабы рассчитывали, что вы реально пойдете и будете искать инфу, как раньше проявлялись фотографии. Ведь химикаты вполне реальны. Я специально пытался гуглить и понял, что некоторые из предложенных химикатов использовали для проявления фотографий, для более мягких теней или же более яркого света. Так что за больной это вообще придумал? A few drops of metal, a dash of hydroquinone, the merest hint of sodium thiosulfate, a sniff of potash metabisulfite. No problem. Perfect. Откуда рандомно игрок в большинстве своем ребенок вообще должен о таком знать, черт побери. Вообще, у меня даже есть теория, что некоторые разработчики специально делали некоторые головоломки в играх чересчур сложными, дабы потом навариться на продаже гайдбуков. Да-да, не прошло и года, как и по данной игре выпустили гайдбук. И не смейтесь, это не шиза, разрабы реально любили навариться за счет сложности. Например, многие сложные ретро-платформеры вышли сложными, тупо чтобы дети побольше денег сливали в автоматах, дабы себе жизни покупать. По итогу Паркер успешно проявляет фотографии и оказывается весьма доволен качеством изображения ночного неба, ровно до тех пор, пока... How horrific! My heart! Да, трагичный конец, хотя лично я бы сделал его более реалистичным. О боже! О боже! О боже! Благо Паркер фотограф честной судьбы, аптекарь спасает его жизнь и берет за это 10 чукотских евро. Столько жизней Паркера и стоит. Ныне же Паркер понимает, что одними лишь фотками кометы он не отделается. С одной стороны, он мог бы уплыть отсюда далеко и навсегда, но с другой, так ведь неинтересно, да? Особенно забавляют члены той самой ночной секты, которые подбрызгивают воды в раскаленное масло. Quite a surprise, Mr. Parker, isn't that right? You look kind of pale. You should think about your health. You're most thoughtful, Mr. Coldstone. Aren't you a little too old to be out so late? I can take care of myself. A word of advice. Stay away from the forest. There's something about it that doesn't agree with some folks. Ой, уверен, что если бы не ты, то я бы обязательно вернулся в лес к Чунга-Чанге, чтобы в порыве сердечного приступа рожей об камень нанысь. Со всеми этими таинственными событиями Паркеру следовало бы наведаться к мистеру Джагу. Возможно, ситуацию прояснил бы он, так как тот обладает исключительными знаниями. Однако около дома деда Паркер подмечает того самого сектанта в балахоне, который, дойдя до магазина, сбрасывает ключ. Ключ открывает дверь дома мистера Джага. В доме оказываются следы крови. О нет, походу случился сюжет для следствия вели. Good grief. It's blood. I hope Jug. Вполне возможно, сейчас мистер Джаг ранен, но это подождет, ибо нас ждет головоломка.
Вкратце про суть. По дому разбросаны статуэтки старика, юного человека и малыша. В кабинете надо собрать разные книги и вместо определенных книг поставить эти самые статуэтки, и вроде бы все отлично. Вместо книги «Старик и море» надо установить статуэтку старика, вместо книги «Юность» надо положить статуэтку малыша, а статуэтку юного человека надо вместо книги «Человек-невидимка». Вот это же логично. Однако после того, как я это сделал, ничего не произошло. Какая у вас будет первая мысль? Разумеется, вы будете думать, что где-то ошиблись. И учитывая порой странную логику в данной игре, вероятность этого огромна. Вы будете переставлять эти статуэтки, пока что-то не получится, что-то не появится. Плюс, тут что-то делает странная кнопка, которая, как оказалось, никакой роли в данной головоломке не играет. Я потратил час с лишним на перестановку статуэток и все равно загадку так не решил. Зато я нашел под ковром ключ, который тоже никак не связан с загадкой. В итоге мне пришлось лезть в гайд, и на секунду я подумал, что я идиот, ибо решение на самом деле максимально очевидно, и в то же время нет. Решение настолько неоднозначное, что скорее всего вы скажете: «Бэвс, это же очевидно, просто ты отсталый». Оказывается, надо было выставить статуэтки вместо книг, а оставшиеся книги положить обратно. Но зачем тогда кнопка? Что за ключ под ковром? Почему? Может, я действительно просто тупой, а может, просто не надо было усложнять? Зачем докладывать книги обратно? Под каждой книгой, что ли, тоже своя кнопка есть? Я не понимаю. О нет, деда убили. Походу, я так долго решал загадку, что он просто каюкнулся. Подумал я и пошел рассматривать ее библиотеку. Каким же для меня было шоком, что дед еще жив. You kept your promise. Прости, но ты бы хоть пукнул для ориентировки. Who did this? I didn't see. What does it matter now? I'm going to get some help. No, it's too late for that. And I can still be of some use to you. Мистер Джак в одном шаге от отправки в Подольск. Хотя бы перед смертью он желает быть полезен деле Паркера, а потом сквозь предсмертную пелену рассматривает ту самую записку с ночного ритуала. По его словам, самые худшие опасения подтвердились. В Уилсмуте орудует банда масонов-сектантов, поклоняющихся могучим богам, коих именуют старцы. Мы поклоняемся дядам. Судя по всему, местные дегенераты готовятся открыть портал в мир алдов, дабы во время падения кометы призвать их в наш мир. They will return. Parker. You must stop them. You must. Do you hear me? How can I stop them? In two nights from now, in the center of a stone circle, the guardian of the portal will materialize. It must not be allowed to happen. You will find here a book called the Necronomicon. Within its cursed pages, you will find the formula you need. Be warned, Parker. The book drives men to madness. Do not take it from here. But if you... My desk. The message. That man will help you. Some of Ilsmuth's citizens will seek your destruction by whatever means possible. Read the message in the safety of your room. But... Noracomus, the sorcerer, even dead, he wields ghastly power. Dead? Remember? More things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philo... I won't forget, Tobias Jug. Увы, но на этой трагичной ноте Тобиас Джаг умирает смертью. Паркеру уже некогда горевать, и он рассматривает Некрономикон. The ancients were, the ancients are, the ancients will be. Yog-Sothoth knows the portal. Yog-Sothoth is the portal. Yog-Sothoth is the guardian and the key to the portal. To summon him, stand inside the circle at the appointed hour. Yagnai, Thafak, Nagha, Yog-Sothoth. Звучит как строки из учебника Башкортеле. Как там Кыш-бабай, Кар-бабай, чё-то ты на писюн намотай. Записку Джага он почему-то не может рассмотреть. Тут, где его никто не видит. Для этого ему придется потом вернуться к себе в ком. Почему нельзя тут? Почему? Почему? Где логика? Так-так, походу на не Паркеру известно заклинание, способное негативно повлиять на весь этот процесс призыва алдов. Неплохо. Если что, поможет разогнать тех, кто будет вонять, что игра на самом деле хороша и настоящая классика. Ты просто ничего не понимаешь, Пепси.
теперь же для городского журналюги наступил потенциально dangerous momentum. Паркеру необходимо добраться до дома. Однако он ливает с места преступления, и сектанты пытаются этим воспользоваться. Well, Mr. Parker, how is Tobias Judd? Well, to be honest. Have you just been at Jug's place? Well, sure he has, Sergeant. Just take a look at those traces of blood on his sleeve. But what are you... I'm going to have to ask you to follow me, Mr. Parker. Mr. Parker, you're under arrest for Jug's murder. But I'm innocent. Poor Parker. So young. Господи, да нас же просто арестовали, они убили. К чему вообще эту концовку пихать постоянно? Вы бы что-нибудь новое придумали. Пур Паркер отправился в черный дельфин таким молодым. Конкретно этот момент в игре решается банальным методом тыка. Придется попадаться, сохраняться, пока не дойдем до цели. Запомните, ребята, и юные разработчики, если вы тут есть. Если создатель игры требует от вас закидать загадку трупами для ее решения, то значит загадка до десня из голубиной жопы. Уже дома Паркер читает записку, в которой с загадкой описан человек, способный нам помочь. The man who can help you lives where the three colors float. From there, 100 messages leave. He's recently been looking for the forgotten symmetry, which is on the map everybody can see. Так, ну это очевидно местная почта. Вот он, флаг с цветами и куча писем с просьбой светануть сисюлями. Good day, Miss Gilchrist. I was told there's a map of the region hanging up here, but I can't seem to... Oh, well, David Underhouse asked me for it, and I lent it to him. The poor man can't get around, you know. Such a cruel world. Тут же Паркер узнает, что нужно человека звать мистер Андерхаус, и он ищет некое индийское кладбище. Mr. Parker, my father often said, the only good Indian's a dead one. And he knew what he was talking about. Воу-воу-воу, осуждение... А, стоп, это же ранний 20 век. Тут вы, скорее всего, за осуждение расизма по роже и получите. As for savagery, I think the Indians might have learned a thing or two from the 7th Cavalry. Thank you for defending the Indians, Mr. Parker. No, the walls don't have ears. They are merely very thin. Паркер знакомится с мистером Андерграундом, и тот оказывается весьма благодарен ему за то, что заступился за индейцев. Ясно, Либераха-инвалид один из персонажей нынешних. Скорее всего, именно тот Говард и сделал бы в гробу самый мощный бэкфлип. Ныне же сюжет становится гораздо сложнее, ну точнее разрабы пытаются его таким сделать. В общем, того жуткого Раджеша зовут Наракмус, и он последний из племени Микмак, а точнее той ветки, которая поклонялась Ниахалотепу. Этот Кутрапали надоумил местных идиотов поклоняться этому самому богу, и те согласились, ведь за это они получили пожизненное бессмертие. Ныне же они готовятся к призыву, который произойдет в кругу камней, где находится индийское кладбище. Не удивлюсь, если какой-нибудь из богов будет выглядеть так. Andrew Arlington isn't here. The diary containing the origin of the curse is locked inside his office safe. Что ж, теперь Паркер-то всего лишь надо проникнуть в офис мэра, где нас ждет очередная вундербарная головоломка, господи. Я прошел столько квестов, но почему же тут все кажется таким сложным, хаотичным срамжем? В сам кабинет мэра удается попасть без каких-либо проблем, но на этом без проблем я кончается. В кабинете находится сейф, но пароль привязан к чему-то злому в Библии. Саму же Библию можно достать у бабульки. I hardly like to be without it. This Bible is the last reminder of my great aunt, a most God-fearing woman. Goodbye, Mr. Parker. И что же делать тогда? Ну, походив по городу и умерев от лав гопников, я решил чекнуть магазин. В него завезли много товаров, и я решил их все скупить да использовать подряд на бабки. Don't try buying my respect with worthless shiny baubles. How kind of you, Mr. Parker. It's almost like the one I lost last week. I don't know how to thank you. Here is my Bible. Художественный фильм обменяли. Ну и тут уж очевидно, что код от сейфа 666, подумал Паркер, видя код. Sergeant Baggs, come quick.
A burglar. Follow me, Parker. Poor Parker. Потом же оказалось вот это число, а не вот это. Все просто. Элементарно. В сейфе же оказался дневник какой-то и пачка сигар. Теперь же готовьтесь к просто к офигительнейшей истории. Я серьезно говорю, вас ждет нечто. Трули Лавкрафт сторицеллинг. В кавычках. My name's Jonas. Jonas Hambleton. In 1829, I made my fortune. The hard way. At sea. Even the big Boston businessmen were jealous of my fishery. Oh, big Boston businessmen. Что-то на уровне Барата, Якшимаш. At that time, I became interested in the occult. I read only the most accursed books. Вот так просто. В оккультизм, без какой-либо предыстории. Это точно Лавкрафт. Это скорее экранизация Киша. Помнят с горечью селедки, как рыбак колдуном стал. Как спускал подобно Синзи, так он спелы кастовал. I met Noracomus. He initiated me into the ancient practices. At last. I was in contact with those from the outside. Each day my knowledge grew deeper. My body regenerated. My hands were at last palmed. But the ancients wanted more. Much more. I gave in. My own wife, Lavina, was the bargain, you see. I screamed out the invocations. And he came. Только посмотрите. Сегодня мы едем покупать вам Big Gaming коробка. Ей! Ей! PS5! The sea would take all I cherished. But that was of no importance. The pitiless god Dagon wanted that union. That was the price of my immortality. А, так ты отдал свою жену, чтобы Дагон ее... Это самое, господи. А, тогда ты, получается, не колдун, ты куколдун. Помнят с горечью селедки, как рыбак куколдом стал. Дагон жену его отпехал, а рыбак лишь прошептал. Блин, какой я современный европеец. Пеец, да-да, я. Ставь лайк, если хочешь полноценный трек. Жид и шутняра, рыбак-куколдун. Жиж! Two sons were born of that wondrous night. Wilbur and Curtis. The second of them betrayed and abandoned me. But the first followed in my footsteps. А, так вот про что имел в виду тот шизоид, когда сказал, что его родня выгнала. А-а-а! Ну теперь-то все стало понятно, типа рыбак извращуга его батя, а кретин в балахоне его брат, и типа они веруны, а он не верун, он атеист, а ну вау, лор. Остаток рассказа посвящен тому, что Гарик Рыбалов жив, а его сын смоет и завершит ритуал, некогда прерванный лордом Бисквитом. Также он за каким-то фигом написал, что всех этих сектантов городских можно уничтожить особыми статуями, которые он заныкал в своем логове. Зачем об этом вообще писать? Очевидно же, что дневник когда-нибудь найдется добрыми челиками. Чел, ты мало того, что вял на член, Лента-ка еще и тупизи по сосизи, господи. А еще он выкрикнул что-то анимешное. Боевой клич сурового лавкрафтовского анимешника. Ладно, прекрасная история закончилась, и снова возвращаются типичные квестовые цирки с лошадками. Как же я обожаю эту игру. Обожаю быть ютубером. Двор, урожайск, вампиры, МГС, тень кометы, ура! Но перед этим ловите приколдес. Well, if it isn't Mr. Parker, you get around, don't you?
Well, actually, I'm just taking a last stroll before leaving Ilsmouth for good. That's sad news indeed. Well, this little place isn't for city folk like you. Why not come over to my place for a drink? With pleasure. Poor Parker. So young, and already in the next world. Паркер ломает упаковку сигар и сейфы и обнаруживает там почтовый талон на получение посылки. Что там делает талон? Я не знаю. Посылка предназначалась для того ущербного сатаниста, а конкретно в посылке плащ. Видимо, у чела нет фантазии в одежде, и он буквально с асоса заказывает одни и те же тряпки. Мода для ущербного урода! Паркеру же этот плащ надо надеть, но не на улице и не дома. Надо за баром «Дохлая лошадь» найти колодец и за этим колодцем переодеться в данный шмот, а потом развести двух сектантских лохов. Ah, hello, Mr. Wilbur. Everything okay? Oh, we can go. Mr. Wilbur is there. Эти двое охраняли маяк. Паркеру надо в маяк. Зачем надо в маяк? Но это тоже очень максимально очевидно. Надо подняться наверх, украсть крылья, с помощью свечи дать им энергии и улететь далее по сюжету. Все просто, 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 очень-очень-очень просто. И все бы ничего. Where am I? Но прилетели мы к цыганам, которые не перестали танцевать и ховлить. Почему? Это же лавка. Какие еще цыганские танцы? Медведь, танцующий медведь. Я, конечно, все понимаю. Это уже кинг-квестовщина какая-то. Have no fear, Mr. Parker. You are safe now. Thank you. You were the only one brave enough to act. Do you feel better? Yes, thank you. Как бы это ни было странно, но весь этот цирк необходим для сюжета, ибо цыганская гадалка раскрывает Паркеру глаза и показывает через духов истинную суть проклятия Илсмута. You know me. My name is Lord Alistair Bulliskin. You have followed in my footsteps. Да, к нему обращается сам лорд Шизоид, который ныне мертв, если вы еще не догадались. Он рассказывает, что раньше на месте Илсмута был город злобный, где идиоты приносили друг друга в жертву, ради того, чтобы темные боги рофлили. Однако этот город затонул в воде, лишь ритуальный каменный круг остался от этого города. Стоп. Колесик же говорил, что там раньше кладбище было. Или я что-то не понял. А, они что ли типа под камни людей закапывали? Или они на кладбище установили эти камни? Они их со дна достали, что ли? Ну и дальше он молвит про то, что надо бы спасти мир, победить сектантов, победить богов, пройти сюжетку. None may gaze upon the face of the gods and hope to keep his sanity. То же самое и про игру можно сказать, блин. Now you must go to where Jonas rests for all eternity. Сколько я играю? Все больше создается ощущение, что я то ли чего-то не понимаю, то ли я что-то где-то упустил. Не знаю. У меня впервые с играми такое. Я реально чувствую себя тупым. И я понимаю, что по сути эта проблема именно моя. Когда вы играете в игру сами, то можете открыть гайд, пройти в принципе и быть довольным. Я же пытаюсь осознать, что тут происходит, и понимаю, что много чего не понимаю. И из-за этого начинаю ломаться ментально, ибо если у игры проблемы, то я должен вам о них рассказать, пока не показать на них пальцем. Но эта игра... Она заставляет меня думать, что проблема не в игре, что проблема во мне. И это просто раздирает, убивает меня. После встречи с цыганами резко наступила ночь, а это значит, что настало время для пакости. Боже, лучше бы я реально ролик по урожайскому сделал. Меня не так с ума сходил, как тут. Паркер встречается с паричком, и тот заявляет, что мистер Джак мертв. Да ладно. Доктор сказал, что это был суицид. Наверное, по естественным причинам, да. Вообще, человека пырнули ножом, но как скажете. Я даже спорить не буду. В общем, моряк отдает ключ от кладбища, чтобы герой мог попрощаться с дедом напоследок. Но Паркер не пойдет прощаться. О, нет. Нет-нет, он пойдет пакости устраивать. Вот Паркер, он фотограф. Вот Паркер, он фотограф. Если Паркер фотограф, то Паркер не фотограф. Именно тут находится крипта того самого рыбака-сатаниста. Герою надо бы войти, подумал я, но нет.
Парка. Вот откуда я знал, что там дыра? Ну, ребят, не надо использовать веревку, это же официально построенный вход. Очевидно же, что тут должна быть лестница. Это как если я выйду из квартиры, там сраная дыра до первого этажа. Искатель приключений спускается в пещеры. Сами пещеры, само собой, непростые. Это лабиринт. Лабиринт с ловушками и головоломками. И непростыми головоломками, а потенциально хорошими головоломками с подвохом. В свое время я жаловался на лабиринт Керанди. И знаете что, я забираю свои слова обратно. Тот лабиринт был ярким примером грамотного дизайна и логичных загадок. Прекрасный лабиринт. Замечательные светящиеся ягодки. Что же мы имеем тут? Ну, начнем с того, что все начинается достаточно просто. Находим два черепа, избегаем ловушки, мышу и ставим эти черепа на пьедестал, дабы пройти следующую секцию. В следующей же секции появляется головоломка с подвохом. Попробуйте сами отгадать, что делать. Смотрите. У нас есть две статуи. Статуя 1 и статуя 2. В других комнатах по обе стороны от этой комнаты есть отверстия в стены под статуэтки и закрытые проходы. Вопрос, что надо делать, а? Очевидно, что надо взять статуэтки, да поменять их местами. И знаете что? Это на удивление ловкая и интересная головоломка. Парк. Парк. В следующих комнатах нет никаких статуэток, только двери с ямами за ними. И после 40 минут долбления в стенки с поиском скрытых дверей случилось это. А, понятно. Оказывается, всю данную секцию разрабы решили оборудовать скрытыми плитами. Хорошо. Однако вскоре им пришла мысль, что это слишком легко, и следом надо добавить сюда особые дыры с тентаклями внутри. Очевидно, что эти дыры надо избегать. Да? 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 Нет. Опака. Поначалу я думал, что в этих комнатах тоже должны быть скрытые кнопки, и вы не поверите, но они есть, но они не нажимаются просто так. До этого вы нажимали на что-то, случалось что-то и что-то происходило. Надо совершенно внезапно догадаться одной из этих дыр не избегать, а аккуратно, хирургически точно подойти к одной из сторон максимально близко и только с конкретной стороны, и тем самым открыть секретную дверь. Вы спросите меня, вау, Бэбс, как тебе удалось решить столь сложную головоломку, а никак? Я полез в прохождение, я читерил, я лошара, я чмо, я чмошник. Вы понимаете это? Чмо! Следом же попадается весьма классная загадка, которая, к сожалению, была слишком легкая. Three times. Around the earth. The sun will turn. Что ж, а теперь готовьтесь! Готовьтесь к величайшей игре мастера озвучки! Ай-ой! You will die, Parker! You cannot win! You dare trouble my sleep! And for that you must pay the price! Listen carefully, Jonas. Your sleep will soon be eternal, do you hear me? Ngai, ngai, f-ting! Your blood will be mine! Ньяй! Без какой-либо иронии. Я доволен. Серьезно, я доволен, ребят. И искренне сожалею, что такой озвучки больше нет. Все теперь реалисты, профессионалы, мастера новой школы. Сидят в Твиттере. В общем, этот чел тот самый рыбак-куколдун, который из-за своей бессмертности и мутаций обрел стационарный образ жизни. Однако, каким бы он ни был могучим, все, что он делает, это орет и угрожает героям. Казахстан! И Джонас. I'm going to destroy you and your filthy kind. Имбасыл! Согласен, согласен, я реальный имбецил. Лучше бы по Габриэлю Найту ролик сделал. Текста даже меньше писать пришлось бы. You know nothing of my powers. Gaze upon me and implore your feeble god. May Cthulhu grant me his aid. Ай!
Результатом данного диалога полного экспрессии оказывается пассивность куколдуна. Партер спокойно лутает статуэтки, а застывший рыбак лишь лупает на это глазками. Обидно, да? Фотограф бежит отсюда со всех ног, а далее случается очередная геймплейная ситуация, к которой я был готов. Наученный опытом Кирандии, я теперь, проходя квестовые лабиринты, рисую все эти самые лабиринты на бумажках, ибо потом оказывается, что через эти лабиринты приходится идти обратно, и эта игра не исключение. Рыбак натравливает на Партера Дарью Каплан. Фотографу необходимо пробежать весь свой путь обратно до веревки, и если вы не оказались таким же умничкой, как я, то вы застряли тут на ближайшем час как минимум. Ох, какой я умный, какой же я умный, какие большие у меня мозги. Опа. Самого Паркера подхватывает семейка, ответственная за кладбище. Они видят, что тот устал и предлагают ему перевести дух, почилить, но нет, он не особо хочет, ибо времени мало, зло надо побьюн. Horrible events are taking place in Illsmouth. If I don't put a stop to them very soon, then even more ghastly things will happen. В итоге, по совершенно удачному стечению обстоятельств, происходит диалог, в ходе которого узнается, как местных сектантов победить. Однако я не буду просто сейчас объяснять процесс и покажу на деле, ибо в кои-то веки решение относительно понятно. My God. Для начала Паркер ходит по городу и искренне пытается поймать быдланов ебососом. Паркер, didn't anyone ever tell you how dangerous it is to go out at night? I'll have to kill you. Ага, пейбаф на гиндзюце! Фотографила не паникует и зачитывает заклинание со статуей, тем самым делая противника грустным. What are you saying? No, not that! Теперь же надо всего лишь положить статую на знак колдунский и тем самым изничтожить негодяя. Обидно, да? Good God. How horrible. Мало кто знает, но таким же образом можно изгонять анимешников, зачитывая заклинания с нендроидов. Oh, Dagon, I beg you. From the depths of the abyss, come to my aid. Fill me with the power of the age-old curse. Таким же образом творим дичь с двумя другими челиками. No, not that. No, Parker, not that. I beg you. Обидно, да? Good God, how ghastly! Cthulhu, help thy faithful servant! Parker, have mercy! Not that! Please tell me you won't do that! Обидно, да? Dear God, how abominable! Yog-Sothoth, may your demonic power guide my corrupted soul. Ну и да, если чутка где-то затупить, то можно легко умереть жуткой потусторонней смертью. Напоследок Паркеру остается уничтожить чудака в балахоне и юных гопников, однако этих надо заманить в старый домишко, ибо статуя последняя заработает только тут, на звезде, при луне, на пизде. Face it, Parker. You're finished. Your luck's running out, Parker. The great ancients will reign once more. Only you won't be there to see it!
Попака. Кощениты уверены, что победа на их стороне, но на их стороне сейчас будут только потерянные штаны. Ахалай-махалай, хакуна матата! You'll pay for this. Goomba! Impossible! Garfangofingfa! Mercy, Paka! Paka! Gafanga! Curse you! A curse on you for Ilea! Fagathan Iahe Cthulhu Ia! А вот российские заявления на украинском можно было бы и не говорить. Уничтожение сектантов привело к тому, что капитан по прозвищу, а после жены Дагон принялся из-за меня, превратился в пузикрем. Oh, why have you all abandoned me? I curse you, Parker. You will not kill war, Cthulhu. Дагон, Йог, Савов, Йой, Нихал. Обидно, да? Сам же Паркер в очередной раз перегрелся от насыщенности ночной жизни. Хоть сектанты и померли, это не означает, что мир спасен, ибо жив еще тот самый Чунга-Чунгус. Господин Hot Wheels в очередной раз кормит полезными словами и гайдами, а именно про то, что злого индейца можно заувнить с помощью магического лука, который по результатам решения загадок находится в доме того оболтуса, что... Так вот, Паркер обыскивает дом и находит лук с пером, а затем по совету безногом идет искать другого индейца, который тип добрый. Если все так просто и вы знаете, как все это делается, то почему не сделаете сами? Почему вы ждали свадебного фотографилу? Hello. Is there anybody there? Квесты. What do you want? Underhouse sent me. I need help. I must kill Narakamas. You found me. Do you have the sacred bow and arrow? Here they are. Good. But first, I must be sure that you are ready. Tell me the name of Narakamus's tribe. What is the name of the tribe Narakamus belongs to? Челобран, тут так-то мир на краю гибели. Чем мне помогут знания эти? Или чем они тебе докажут, что я готов? Знаешь, как это называется? Да ёпрати, да ёба, я докопался до тебя. Наградой за хороший ответ оказалась инфа, где сейчас ныкается черт племени ветреная Санина. Ведро с магической жидкостью и очередной гайд, как победить негодяя. Will I die? You may. Я уже задолбался говорить в общем, но в общем все было так. Проход в логово идет через колодец. А на дне колодца бушует вода. Опака. Воду надо дропнуть. Магическую жидкость, дабы пройти дальше. А дальше совершенно удачно лежат интересные вещи, но нужна лишь одна. Если возьмете что-нибудь другое, то конец достаточно предсказуем будет. Narakamas is... И что тут это делать, я, конечно же, спрашивать не буду. Лучше не включать логику, чтобы не страдать. О, а тут один из самых просто тупорылых моментов в игре. Вот это место, это жидкость огнеопасная, в которую надо набрать в ведро. Правда, до вас это не сразу дойдет, ибо набирать нужно строго, обойдя с нужной стороны. Но почему нельзя просто сделать? Нажми кнопку, он подойдет с нужной стороны. Почему все так усложнять? Ведь непонятно же ничего. Not yet.
Опа! И вот настал момент истины. Финальная битва добра со злом. But that odor, it smells like... Naphtha, now you will go and roast for all eternity in hell. Fatang! Cthulhu! Aiyya! It is pointless to resist, Narakamus. This is for Jug. Say hello to Satan for me. Cthulhu! Обидно, да? Однако совершенно внезапно оказывается, что это не конец. Появляется лорд Болескин и говорит: «Паркер, ты, конечно, молодец, но теперь иди, бери у моряка лодку и иди убивать Дагона». Что? Как я вообще убью Дагона? Это же полный бред! На этом чудо-островке Паркеру приходится решить типичную детскую головоломку а-ля «собери картинку». Я из-за такой же в свое время бросил мини-игру на диске из упаковки из-под Бионикла. А затем Паркер с помощью драгоценного камня, взятого из локова индейца, убивает или же изгоняет Дагона далеко и надолго. Все, вот теперь финальная битва, окон! Паркер, мой мальчик, а теперь иди и плыви на другой остров, дабы изгнать злого Ктулху. Что? Да не за... Пусть мама услышит, пусть мама придет и отговорит меня ютубером быть. В другом острове находится святилище Ктулху, через которое он скоро проникнет в наш мир. Добраться же до святилища надо через каких-то голых демонов. Демоны гомосеки в игре по Лавкрафту. И это на самом деле еще самое безобидное. Я лично уже ничему не удивлен. Разве что меня огорчило то, что меня ждало дальше. Thank God you are here. I beg you, Mr. Parker, help us out of here. Огорчило меня то, что в очередной раз пришлось лезть и чекать прохождение, ибо я бы в жизни не додумался, используя тот на полу кислоту, дабы достать из-под пола алмаз, и что потом в кольца засунуть камни, и блин, как? Как-то это вообще, я уже даже... Это уже даже не считается, что я игру проходил, что за жизнь такая вечно в гайды смотреть. И при всем при этом, я вообще не понимаю, что я делаю. В общем, Паркер наполняется силой доброго индейца и лорда Лебовского, а затем становится сверхчеловеком и ломает Ктулху его магический задний проход, да, оттяпывает щупальца. Мне кажется, или здесь самое опасное чудовище, это этот фанат Кеннона. How can I thank you, Mr. Parker? I didn't think we would ever be free again. No need for thanks, Ellen. Get away from here. Don't wait for me. I must finish the task. Боже, только не говори, что это еще не все. У меня уже нет сил. Нет. Наконец-то окончательным финалом будет намутить магический блок на крут камней сатанинский и заодно сделать фото кометы, ради которого мы сюда, кстати, и приехали изначально. Черт побери, господи! И конкретно тут у меня окончательно сдали нервы, ибо я даже не пытался понять, что мне надо делать. Я прочитал прохождение и даже после этого совершенно не понял, что сделал. Надо поставить фотик, посмотреть на бабочку. The colored patches on this butterfly are translucent. I wonder why. Jerg certainly knew how to guard his secrets.
Какой секрет? Что? Зачем приложить бабочку к камере? Зачем приложить лупу? Зачем поставить фонарь? Зачем это вообще происходит? Что это за лучи? Паркер делает фото кометы. Кометы, с которой на Землю падает кусочек кометы, который... О боже. А это что такое? Почему? Я не понимаю. Я просто ничего не понимаю. Я же должен вам все объяснить, рассказать. Пояснить за смысл, а я... Я просто ничего не понимаю. Помните момент из пятого элемента? Там, где надо было огню огонь, к земле землю. Там, ну, тут есть примерно то же самое, но... Flint symbolizes fire, thus the color red. А, ну тип черкануть черкашами, да, понимаю. There's a white mark on this stone, white as... Белое — это типа алмаз? The comet symbolizes air, thus the color white. Что? Как астероид вообще связан с воздухом? Он что, аватар? There's a blue mark on this stone. А тут что, вода? Что? Aquamarine symbolizes water, thus the color blue. Но он же просто по цвету синий. То, что он аквамарин, еще не значит, что он водный. Почему тогда прикол света не сработал с алмазом, а сработал тут? There's a green mark on this stone. Green as... А, ну тут, наверное, раз в прошлый раз было синее, значит аквамарин, то тут скорее изумруд. The diamond symbolizes earth, thus the color green. А, ну понятно, ну это логично, типа минерал, поэтому земля, а вот аквамарин, видимо, не минерал. Ягнай, фафак, нага, йог, сафаф. Ягнай, фафак, нага, йог, сафаф. Ягнай, фафак, нага, йог, сафаф. Your mission's over, Parker. Your courage and willpower have sealed off Illsmouth to the great ancients. But remember, nothing's over. It can all start again somewhere else. Что значит не конец? А зачем я тогда тут сейчас корячился? По словам лорда Болейскина, на этот раз наше дело закончено. Проклятие с Илсмута снято, и поэтому он возвращается на заслуженный покой. А что мне делать? Ты просто меня оставишь со всем этим тут. А где покой для меня? Вернись, вернись, чертов Каспер! Well, I'd better be getting down to the harbor. My boat should be leaving soon. Моментально нам показывают следующий день, где Паркер уже готов к тому, чтобы отплыть домой. Наконец-то! Я серьезно рад, что это заканчивается. И это, кстати, один из самых интригующих моментов, ибо обычно концовки в рассказах Лавкрафта не сказать, что счастливые. Обычно герой остается сломанным, скокнутой психикой. И как бы это ни звучало цинично, я искренне надеюсь, что игра сейчас закончится на грустной ноте, а Паркер оставшуюся жизнь будет страдать под гнетом тяжких воспоминаний и флешбеков по пережитому ужасу. What are you all doing here? Dear Mr. Parker, I'm not much of a hand at making speeches. Well, that's a joke. He talked for 2 hours at the Temperance League meeting. Jed Donahue, will you kindly let the doctor get on with it? Well, doctor, we're waiting. Thank you. Well, as I was saying... What was I saying? Oh, yes. Well, here we are, gathered together... Even Swing managed to find time to get away from his break to be here. Will you let me get on with this? There. Well, to get to the point, we want to say... Thank you! Thank you! Я... Вы... Разработчики, вы что, реально свели все случившееся в... Oh, well, to be honest... There is no more to be said. You've scattered the comet's shadow. That's something we can never forget. Now you'd better get going. Your boat won't wait. Goodbye. The competition is going to hate my guts. And we'll prove the Boliskin was right. What was it he saw exactly? It's a long story, and I'm not sure...
Long stories are my favorite kind. Go ahead. I'm listening. Well, Mr. Griffith, what do you know of Cthulhu? И это был зов Ктулху «Тень кометы». Я абсолютно измотан и лишен каких-либо слов, способных описать тот спектр эмоций, что я испытал. Я оказался совсем не той, какой я ее ожидал, и плохо ли это? А правильного ответа нет. Игра больше принесла мне неоднозначных эмоций, чем положительных. Да, это не игра по миру Лавкрафта, и да, тут используются термины, персонажи, имена богов, но плашка «Зов Ктулху» тут совсем не к месту. Эта игра не про бесконечный космический ужас, нет, эта игра, она про приключения. Его следовало бы назвать «Илсмут Квест» вместо и веселого пацанчика на обложку поставить. У меня есть много интересных идей, прекрасный график, интересные диалоги, что самое главное, сюжет, он не так плох на самом-то деле. Для квеста подойдет, но вот головоломки, конечно, ультра-гипер-мега-омега-альфа-вырежопный, очень. Однако подобный трабл был во многих квестах тех времен. Гайды-то продавать надо, деньги надо зарабатывать. А евангелионная концовка в принципе уместна, если не относиться к игре как к творчеству по мотивам Лавкрафта. И хоть я страдал, особенно под конец, это будет звучать странно, я сломан. Я сломан. Зато ролик по этой игре получился неплохим. Мемных ситуаций хватило. Паркер, думаю, мы не скоро забудем, а я же впервые за долгое время прошел игру, которую то и дело ругал в ролике. И хоть я ее ругал, я принимаю это. Принимаю и понимаю, что на самом деле плохие игры ведь были всегда. Все время мы с вами то и дело рассматривали хорошие игры, интересные, однако все пережитое лишь показало, что ни одной годнотой были сыты. Сомнительных игр было много, и походу их рассматривать мне тоже придется. Мне надо это переварить. Обдумать. Спасибо, что были тут со мной, за то, что пережили со мной все случившееся до самого конца. Простите, если вдруг я где-то выходил из себя, переходил какие-то границы эмоциональные. Видимо, просто я уже отвык от плохого в играх, отвык ругать их. Возможно даже, что «Тень кометы» была необходима. Да, точно. Возможно, все это начало. Начало чего-то нового.